рассматривали много вариантов места для строительства фабрики и нашли именно Серпуховской район. Но, конечно, это не является случайностью. И мы очень хотим поблагодарить руководителя администрации Серпуховского района за то, что он помог нам осуществить наши мечты и сделать такие вложения именно в Шарапову охоту. Очень показательно, что у Мустафы Бея, именно так зовут хозяина этой фирмы, Винтек, завтра день рождения, ему исполняется 38 лет. Именно человек в свой день рождения посещает наше предприятие. Завтра он будет там с инспекцией, да, в Шараповой охоте, на фабрике будет смотреть производство всех станков. Мы пожелаем ему счастья, здоровья и развития его производства.